Говорят, вот здесь только стоять. Как же только стоять, если так же вот так вот? Там же точно так же вот здесь подушечки. Не, мне не надо садиться. Это мы пришли в Бенитуд. Смотрите, тут уже встроенная техника, встроенный ветроуказатель. Веревочки вот так вот. Две каюты здесь. Это 30 футов у нас получается. 30 футов. Так, посмотрим. Каютка. Такой вход сразу, чувствуете? Узкий вход. Так. Ну, потому как тут расположена кровать. Она ничуть не уступает. Я бы даже сказала, что она толще. Но тут есть одна особенность, что ты должен задвинуться. Ну, в принципе, тоже ничего страшного. Слушайте, ну, новенькая, красивая. Смотрите, какой килькот. А он здесь постучим. Ну да. У бенетушечки какой-то тоненький гельковочек. Вообще прям тоненький. Вот эта резиночка промазанная. Ой-ой. Главное не упасть мне. Ну, здесь толстого мужчину я, конечно, вряд ли проведу в эту дверь. Но у нас есть, получается, для толстого мужчины вот это вот каюта или для толстой женщины. Кстати, очень светло. Потолочки чуть ниже, видите? Чуть ниже. Вот апартаменты. Получается, вот такая носовая. Ну да, я теперь понимаю, какое расстояние, в принципе, съедается у 30-й. Шкафы большие. Смотрите, прям с бенетушечкой. Вещи. Еще один шкаф. Нет, ну, здесь, конечно, муж, жена, ребенок. Здесь уже сложнее поместиться. В носовой каюте. Давайте я закроюсь. Всех мужчин. Смотрите, вот так вот закрываю двери. Вот. Ну, в принципе, удобненько. Красиво. Ну, все такое маленькое, камерное. То есть, да, отличается, конечно, от 38 футов. Надо спросить цену бенетушечек. Давайте движочек можно как раз смотреть. Кто это такой? С чем его едят? Янмар. Янмар, да. Лёхонький такой. А, да, вон и номер написан. Ну, зато какой симпатичный. У иномаров я, по-моему, знаю, где импеллер меняется. Вон там вот, если я не ошибаюсь. Ну да, движочек хороший. Так, туалет давайте посмотрим. Туалет. Новый. Прям даже никто и не ходил сюда. Ой! Налила себе. Нечаянно. А как, пожалуйста? Я открыла, да. А зачем? Ты кто ж знал? Нарушила тут все. Как будто не знаем, где у нас заводится кран. Ничего. Надо вытереть за собой. Сейчас поищу салфеточку. О, банк. Черный банк, ребятки.